Приветствую на обзоре нож от фирмы Кайзер. Модель называется Кайзер Дзиней В4545Е1. Что самое интересное, чем Кайзер изменился, сразу покажу. Раньше он писал везде эмблемки и все полностью. Теперь, как видите, небольшое название Кайзер, сталь и дизайнер. Все. Никаких лишних надписей нигде нет. Вот это интересная вещь именно на этом ноже. Скромный такой по обозначениям. Ну, теперь начнем по ножу. Рукоять, как видите, микарта. Темно-серая, черно-серый цвет. Такой 3D обработка, ярко выраженная. Здесь у нас и фрезеровки, и овал. Выфрезерована здесь. Здесь немного и здесь небольшой такой горбик в конце. Вот такая интересная вещь. С противоположной стороны все аналогично. Клипса глубокой посадки черного цвета, такой средней жесткости. Все отлично, держать должна идеально. Клин строго по центру. В осевом керамические подшипники. Открытие двумя способами: либо фронт флиппер, по-разному кто как открывает, либо вот за этот холл паз, такой овальный, тоже очень даже неплохо открывается, идеально закрывается. Кстати, тоже показывал, да, все отлично. Тут насчет этого все идеально. Лайнер лок, лайнер заходит почти полностью, но запасы где-то на 2/3 есть. Так, попробую показать его. Лайнеры стальные, облегчены, полностью спрятаны в микартовой фрезерованной пазой. И они немножко тоже уменьшены. Если так присмотреться, они до конца не идут, до конца рукояти. За счет этого вес ножа всего лишь 64 грамма. При том, что клинок полноценный, полноразмерный и DC-шный. Баланс строго на подпальцевые выемки. В хвате очень удобен. Здесь у нас насечечка для открытия фронт-флиппером. Ну и за счет вот этого достаточно удобно именно вот так брать. Ну, можно любым хватом при желании без проблем. Чойл такой. Ну, вполне рабочий вообще-то. Что-то вроде чойла тоже присутствует. Так, клинок стали N690, покрытие полностью черное. Все как всегда идеально, симметрично, ровно, что спуски, что сведения. Спуски прямые, практически от обуха, здесь плоскость только на вот этом холле. По габаритам общая длина почти 20 сантиметров, 197 миллиметров, и длина клинка у нас 87-86 миллиметров. Режущая кромка немножко меньше за счет того, что здесь у нас есть чойл 83 миллиметра. Вот такой интересный, элегантный, очень легкий нож. Название у него Дзиней. Или джин иногда кто-то читает, кто как. Но почему-то с немецкого оно переводится как гений. Ну, что-то в нем есть такое интересное. По-моему, универсальный EDC-шник, очень удобный, легкий и практичный. Рекомендую.